Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя управления МВД России по Югре. Им стал полковник полиции Сергей Витохин. На этом посту он сменил Дамира Садретдинова, который перешел на работу в Татарстан. Новый глава регионального управления ведомства начал свою службу в Ставропольском крае, где в разные годы занимал руководящие должности, последние 5 лет возглавлял краевое управление полиции. Имеет 2 высших образования в сфере юриспруденции и госуправления. Во время встречи полицейские обсудили приоритетные направления в работе ведомства. По словам министра МВД России Владимира Колокольцева, важное взаимодействие всех подразделений для борьбы с цифровым мошенничеством и нелегальной миграцией.